Мне 17 лет, я из города Черкассы, и с самого детства я занимаюсь спортом и обливаюсь. Сначала меня начали обливать мои родители в ванне холодной водичкой, потом я уже росла, и мне это нравилось. И как-то я привыкла и начала сама обливаться. Сначала мне набирали холодную воду, полную ванну. И я там плавала, игралась. А потом я уже выходила на улицу, мне наливали маленькие ведрышко воды холодной. И начинала сначала с ног обливаться, потом выше, выше и к голове, с головы уже, с головой обливалась. Потом я попросила, ну, чтобы мои родители тоже начали обливаться, но они, ну, вообще, только я обливалась сначала, поначалу. Потом я говорю, стояла в ванне и говорю: «Мама, давай со мной, папа, давай со мной». И так у нас появилась такая традиция на каждый день рождения ходить в Днепр, ну, и зимой, и летом. Вот, например, у меня летом, мне повезло, у меня день рождения летом, и мы тоже обливаемся и холодной, и горячей, кто как хочет. Например, у мамы и с папой осенью уже вода холодная в Днепре, то мы все равно ходим и закаляемся, и с бабушкой, за здоровье, и за всех просим Бога, Учителя, чтобы Он нас помогал нам, чтобы наше здоровье только укреплялось. Потом мы начали, ну, как это, не голодать, поститься, начали терпеть от еды. Сначала мы начали с 24 часов с подружкой моей. Нам просто предложили, все сидят, и мы хотели попробовать. Мы посидели, нам понравилось. Конечно, сначала было сложно, мы пили воду, там на чае мятном сидели сначала. Потом у нас получалось и просто. Нам очень понравилось, и мы начали все больше и больше. Сейчас мы сидим 30 часов, 36, ну, как получается там с школой. Обычно мы сидим в четверг. А когда там, ну, занят четверг, там праздник какой-то, то мы переносим на пятницу. Сегодня, например, мы в субботу сидим с 6 утра до 6 следующего утра. Ну, вот так вот. Каждое воскресенье мы бегаем, у нас есть группа в Черкассах спортивная, молодежная. Мы бегаем за здоровье, за мир, за рост духа в нас. И мы укрепляем себя и свое здоровье. У нас уже есть пару человек с Одессы, тоже нас поддерживают, бегают. В Киеве есть один человек, на Кипре и в России даже. И мы так объединяемся, и в одно время выбегаем и бегаем. У нас какая-то есть цель, мы с этой целью бежим, потом прибегаем, тоже обливаемся, купаемся в Днепре, греемся на костре, пьем чай. Ну, так приятно сидим, разговариваем, общаемся. В будущем я буду и хочу заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, и буду продолжать и поститься, и бегать, и буду помогать своим детям, своим бабушке, маме, и поддерживать их всегда, ну, когда это будет надо. И я за здоровый образ жизни, люблю природу и всем желаю жить здорово, красиво и не болеть.